друзья, всем привет, мы в эфире. Сегодня произошла сенсация. Те, кто был расстроен, что трактора покрасили в красный цвет, не расстраивайтесь, потому что завод продолжает выпускать трактора синего цвета. Сегодня пришла машина с балочными тракторами. Дата выпуска 4 июня 2019 года. Вот они стоят, наши красавцы. Трактора Stage 2, но в синем цвете. Топливная аппаратура посмотрели. На двух тракторах стоит Ногинская. На одном тракторе стоит мотор ПАЛ. То есть на ваш выбор можно с любой топливной аппаратурой приобретать. Сейчас посмотрим индекса двигателя, что это действительно. Вот мы видим, что S2 получается артикул двигателя. То есть это реально трактора 2019 года, но в синем цвете. Пожалуйста, увеличенные колеса. Мост балочного типа. Поэтому те, кто хотел синие трактора, пожалуйста, оставайтесь на синих. Никто вам не запрещает. Я думаю, если завод выпустил в июне синие трактора, то он их будет выпускать в любом цвете. Не как мы считали ранее, что теперь пойдут только красные трактора. Все, всем хорошего дня. Ждите наших новых репортажей и отгрузок. Пока-пока.